Там на самом деле совсем не смешно. Эти Таурусы добивают до российского Крыма дальность полета 500 километров на фоне того, что Ходжес накануне и Бридлов сегодня призвали Украину превратить полуостров в необитаемую территорию в ближайшее время. Конечно, передача Украине Таурусов – это та самая красная линия, про которую неловко уже говорить, но как если бы ее переступят, то дальше нам терять действительно нечего. Сразу можно скажу, да? Одна из стратегий, которую они предлагают, мы, говорит, не можем наступать, давайте русских просто закошмарим.